Белореченские полицейские задержали двух мошенников, когда те пытались во второй раз обналичить уже использованный сертификат материнского капитала. О подозрительных клиентах, желающих получить деньги, в правоохранительные органы сообщили сотрудники банка. Как выяснилось, злоумышленники вели нелегальный бизнес по всему Краснодарскому краю. Объявления о помощи в обналичивании материнского капитала размещали в интернете. Так, в январе 2019 года жертвой задержанных мошенников стала жительница Белореченского района. Девушка хотела быстрее получить деньги, чтобы начать строительство дома. Злоумышленники помогли собрать ей необходимый пакет документов, а вот денег она так и не получила. Следственным отделом отдела МВД России по Белореченскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. По версии следствия, обвиняемые при помощи мошеннических действий обналичивали денежные средства материнских капиталов в различных отделениях банка на территории Краснодарского края. Ущерб от действий злоумышленников на территории Белореченского района составил 460 000 рублей. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.